новый день, и погода, скажем прямо, опять меняется. То есть такое все серое, унылое. А вот, кстати, на горизонте, сейчас вам покажу, мы расходимся с корабликом. Привет, аппетита. Спасибо. Что у нас на завтрак сегодня? Малосольная рыбка. Ой, это, конечно, селедка. Это же марлин. Селедка. Это сам ты селедка. Киселедка. Не каждая рыба селедка. Но каждая селедка рыба. Цитаты великих. Ростислав, до меня дошли слухи, что вы собираетесь делать ребра. Ева? Вот это, не так. Ева? С мясом? Ева с мясом. Эва, ну как? Так это будут тушеные ребра? Я думаю, что печеные. Печеные? Да. Еще и картошечки туда подкинем, чтобы тоже запеклась заодно. Просто яхтинг, он достаточно жесткий и беспощадный. То есть обычно в городе ты себе ребра делаешь редко, а у нас это одно из приемов пищи. Потому что на завтрак у нас было сашими или что там? Сашими из марлина, на обед будут ребра. На ужин у нас будет что-нибудь такое немножечко, наверное, попроще, типа там дифлопе из печени тунца. Рыбные рулетики с икрой. Рыба фаршированная своей икрой. А-ля натюрель. Что это? У тебя кашка, да? Овсянка. Овсянка. Понятно. Волшебная. Животворящая. У Сережи получилось. Животворящая овсянка. Люди говорят. Первый раз в жизни. Да. Что это? Что это? Мед. Предполагаю, что это будут ребрышки под медовым соусом. Сейчас такой, я не могу эту херню больше терпеть, и такой нож в стол. Сережа делает вид, что он активно рулит. Хоть руки положи на руль. О, молодец. Все как по учебнику. Что, не знаешь? По учебнику вот так. Нет, ты же не знаешь, как правильно руки держать? 10 часов и 2 часа. А, 10 и 2, точно. Если нужно будет делать полицейский разворот, чтобы ты смог сделать перехват быстрый. Да. А тут что советуют вообще сбоку? Советуйте, что хотите. Коленями? Коленями. Руль тут спец мало, что в коленями. Мы тут руль. Было бы 5. Ой. Привет, как дела? Драка. Опасная? Типа опасная? Можно я буду рулить как диванный эксмен? Ты и так диванный эксмен. Мне как настоящий надоело рулить. Мы как диванный эксмен. Сережа, пойми, ты как настоящий яхтсмен должен отойти от штурвала и сесть на диван за руль. А бимини сложить. Сложить бимини. А, и спрей худ. Сложи доджер. Главное, значит, надо для начала подписать всем кнопочки. Ну, кнопочки, понимаете? Вот вы же видели молотки на... Тихо, вот. Фак, кнопка. Кнопка фак. О, что это у тебя такое прикольное? Это немного колбасы, меда и все это в овсянке. Полная тарелка овсянки с кивятиной. Здесь больше кивятина с овсянкой. Ну как смог. А ну смотри, осилил же эту штуку сделать. Доказал, что ты можешь теперь полноценно делать три вахты на кухне. Ну что? Выглядит достаточно банально, как для обычного обеда. Да.
Да, просто ну, вот. Это когда вот не очень голодная. Как, у нас... Сложнее, чем мивина. Ну, просто засыпал кипятком и все. У нас в яхтинге, ну, мы не сильно хорошо питаемся. То есть иногда у нас в нашей жизни есть фастфуд. Ну, вот когда у нас не очень много времени, вот Ростик готовит такой вот фастфуд у нас. Ну, вот такой вот. Даже картошку поленился чистить. Что поделать? Лентяй. Хорошо. Сколько соусов, кстати, у нас? Всего 3 или 4? Три. Ну вот сегодня всего 3 соуса, больше не будет, к сожалению. Сегодня у нас что-то очень прикольное будет, помимо... Ох, а ну, а тыкни чем-то. Мягкое? Мягкое. Ух, прикольно, класс. Так и должно быть. Что это? Это омлет. Вот такой омлет? Да. Таких омлетов сверху, не бывает. Он сверху закрыт этой лепешкой. Лепешкой? Да. Класс. И севиче из марлина. А думаешь, он свежий? Марлин? Свежей не бывает. Так, сейчас у нас 4 утра или 6 утра по UTC. Мы идем, прошли уже, наверное, треть пути до Марокко от Азорских островов. И, наконец-то, ветер появился, и мы подняли паруса. У нас ветер идет от 15 до 20 узлов, и вот угол к ветру вы видите 35 градусов. По океану ходить против ветра — вот такая штука. Короче, волны особо нету, но есть течение, которое нас притормаживает. Это уже мы входим в португальское течение, которое идет сверху вниз, с севера на юг вдоль берегов Португалии. И чуть-чуть дальше это течение будет уже просто тащить ровно вниз, а пока оно подворачивается к нам навстречу. И ветер, собственно, и вот это вот все, это потому, что мы не можем в это течение моментально войти. То есть нужно есть какое-то время, когда мы в это течение заходим, оно нас там будет мешать. Это где-то, наверное, день. И вот мы уже день моторили, сейчас день переключили. Батарейки... Нас, наверное, приказали долго жить, потому что пишут 67% и мигает значок low. Мы сейчас запустили генератор, и генератор нас заряжает. Выключили мотор, включили генератор. Короче, такой цикл нон-стоп, нон-стоп. Ну, зато скоро рассвет. Диночка спит. Привет. Отдыхаю. Что, здесь не качает? Лучше, чем в передней. Я даже подумала переместиться сюда, на ПМЖ. Я считаю, что здесь тебе и нужно быть, потому что спереди очень сильно болтает, а здесь вообще ровно-ровно. Ну, конечно, меня там просуществовало. Ну, это именно просуществовало, а не прожила полноценной и счастливой жизнью. Здесь я даже буду киношечки смотреть. Вот. Так, Ростик вот этот спящий говорит, что починил каретку. А ну. Ага, да, я понял, понял. Да ладно, я ж не буду говорить. Нормально. Верю. Фу, блядь. Короче, прикол этих двух парусов, что второй хед внутренний направляет поток на Геную. И получается, что если раньше эту Геную постоянно подбалтывало, то сейчас она идет ровно, я вам показывал колдунки и как оно работает. То есть решен вопрос со стабилизацией Генуи вторым хедом. Вообще, прикольно, 4 паруса на лодке. Мы недавно обсудили, что это паруса тамагочи. У каждого есть свой любимый пэт. И мы его там кормим, смотрим, подстраиваем. Да. Ростик, это погулять, твой, между прочим. Погулять. Ну, твой да, какой-то, шумит? Не знаю, шумящий. Ты спишь, он... А он... Бесится. Негодует. Эскаподобил. Создат ему волшебного пендера. Спасать. Ругать и мотивировать.
Почему ширинка расстегнута, да? Я не знаю, в Амеле это родные паруса или не родные. Но вообще считается, что иншорные паруса — это паруса, прошитые двумя строчками, а офшорные паруса — это те, которые прошиты тремя строчками. Внимание на экран. Прошита одной строчечкой. Озерная. Точно. Там. Изумительно по своей простоте звучит фраза: давайте свернем грот. И именно так оно и выходит. Берем, одним пальцем даже можем, если хотим. И вот. Слушай, ну ты это делаешь одним пальцем правой руки. Не такой-то уж ты и крутой. А, о, из жопы. Точно. Вот оно. Вот оно как. Вот он, диванный ящик. Во. Может, и подушечку под спину, а то ты как-то напрягаешься. Напрягаешься, смотрю. Это уже слишком шоколадно. Что-то там. Я уже думал, кнопочек под жопу подложить. Всем причем. Причем всем. Чтобы еще жопа их сворачивать. Повторяй. Узелки? Узелки? Повторение — мать учения. Кружок кройки шитья. Основы. Такой кадр. Такой Ростик сидит, а за ним висят носки. Застрели меня вообще. Давай еще. Подожди, раз. Стой. Давай помедленнее. Сначала заготовку сделай. Так. Получилось. Да! Огонь. Да есть. А теперь попробуй, как на Серега. На этом я остановлюсь. Смотри. Делается все точно так же. Петельку только вот так сделал, не вытягивая. И туда я уже просунул. Раз, и вытащил два. Тогда тебе ничего не надо там вытягивать, она сразу получается готова. Носки. Так, сделай. Теперь продевай. Теперь хватайся. Так. И за вот это. И давай туда пойти. Вот. Вундабар. Ну и как без заготовки, это как Серега показывал. Только ты внутрь туда сразу заходишь. Потому что когда у тебя заготовка, тебе нужно обратно петлю вытянуть через узел. Это не очень удобно. Ну, это удобно, если ты какой-нибудь фендер там подвязываешь. А так куда-то привязать — это не очень удобно. Фенда. Можно на булинь фендеры подвязывать. Имею полное право. Что-то. Ну, оно перекручено, но суть правильно все, просто у тебя эта петля была перекручена. Все, теперь расток. Я спросил у наших ребят на вахте, ну что, типа, расходиться было нормально? Я говорю, ну как, вот так? Или все нормально, но немного волнуюсь? Вот такой вариант был. Потому что расходились достаточно близко. Что у нас вообще здесь происходит? Ветра нет. Совершенно. Идем под мотором. Направление ветра, вот увидите, как болтается. Идем под мотором в экономичном режиме. Ну, в общем, чепуха, скажем прямо. А теперь вниз проверить, сколько мы прошли. Миля. Утренний кофе. О, что это? Что это? Мед. Предполагаю, что это будут ребрышки под медовым соусом. Да, что-нибудь придумаем. Можно обмазать медом. Как пойдет. Как пойдет.
Женя на кухне. Что, тебе полегчало? Немного, да. Поэтому ты решил срочно усугубить плевотное дежурство по кухне. Мне кажется, львы подходят. Надо их пугать. Морские львы. Любые львы. Тем же голосом. Но все равно нормалек. Даже чай тут сделать — это нихера себе задача, особенно если укачивало еще ближайшее время назад. Чай и кашку. Круто вообще. Сейчас такой: я не могу эту херню больше терпеть. И такой нож в стол. Сережа делает вид, что он активно рулит. Хоть руки положи на руль. О, молодец. Все как по учебнику. Что, не знаешь? По учебнику вот так. Нет, ты же не знаешь, как правильно руки держать? 10 часов и 2 часа. А, 10 и 2. Если нужно будет делать полицейский разворот, чтобы ты смог сделать перехват быстрый. Да. А тут что советуют вообще сбоку? Советуйте, что хотите. Коленями? Коленями. Руль тут спиц мало, чтобы коленями. Мы тут руль. Было бы 5. Ой. Привет, как дела? Драка. Опасная? Типа опасная? Можно, да? Я буду рулить как диванный эксмен? Ты и так диванный эксмен. Мне как настоящий надоело рулить. Мы как диванные эксмены. Сережа, пойми, ты как настоящий, яхтсмен должен отойти от штурвала и сесть на диван за руль. А бимини сложить. Да, сложить бимини. А, и спрейхуд. Сложи доджер. Главное, значит, надо для начала подписать всем кнопочки. Ну, кнопочки, понимаете? Вот вы же видели молотки на... Тихо, вот. Фак, кнопка. Кнопка фак. Кнопка фак. О, что это у тебя такое прикольное? Это немного колбасы, меда и все. Да, овсянки. Полная тарелка овсянки с кивятиной. Здесь больше кивятина с овсянкой. Ну, как смог. Ну, смотри, осилил же эту штуку сделать? Доказал, что ты можешь теперь полноценно делать три вахты на кухне. Ну, может, не каждый день, через день. Это, я вот, это мой. Я придержу. Я вот бросил пить, уже не пью 10 дней. Ну, да. Не подряд, конечно. Ну, да? Не подряд, конечно. Овсянку едим сухую. Ну что, убираем такси. Парус? Так, такси ли это у нас вот этот? Оставлю на сторонник того, чтобы пытаться придерживаться курса. Оставь так картошечку. Это не мне, это я тебе. Ну, кто готовил? О, прямо наглость. Вкусняшки. И это все посредине океана. Теперь держи в руках. Исключительно для еды. Прямо из норы. Стаканы летят внутрь, в кокпит. Как-то из подвальчика. Добрый вечер. Не помогу. Ну что? С прошедшим днем рождения. О, у нас здесь сейчас вкусняшки. Ночной дежур. Эль Курасяо. Вас здесь, между прочим, тоже неплохо видно. Да ладно. Правда, оно не фокусируется, но это не важно. Выключай, пора есть. Нет, выключай, то есть. Чтоб ты больше съел. Да, знаешь, такое.
рука, а в ней вилки торчат. Знаешь, такое, только выключили свет. Росомаха с Фредди Крюгером в одном флаконе. Очень вкусно вот эти печеньки, если намазать чуть-чуть маслом и положить соленую рыбу. Тебе принести масло? Нет. А я предлагаю, вы ешьте так вот принеси. Так вот печеньки, масло, ну, вот я просто доем рыбу. Нормальная ж тема. И новые испытания. Что же у нас случилось в этот раз? Скандалы, интриги, расследования. Ростик сказал, по его данным, полная ванна воды. Ну вот, пора исследовать. Да-да-да-да, внимание. С одной стороны, это неплохо, в ванне должна быть вода. С другой стороны, никто не мылся. А теперь туда сливает грязный еще Ростислав. В розовых перчатках. Ты прекрасен, как пиздец. Мы чисто проверить. Так, вилч сухой. Сухой, сухой. Пусто. Пусто. Все, закрываем. Закрываем, нет времени объяснять. Держишь? Бросай. Иду, иду. Только не промокнет. А пахнет мерзко. Стой. О, а вот этот душ должен сливаться с самотеком. Видишь, сливки какие? Покажи. Yeah. Да, блядь. Да, блядь. Фу, что это? О, блядь. Просто засрало, да? Угу. Стекло. Так, вот эта вся штука ушла в билч, и сейчас она сольется за борт. А вот это вот я бы руками не трогал на всякий случай. Вот это вы срете. Блядь. А, блядь. Слушай, давай где-то это помоем как-то. Нет, я ухожу. Нет времени объяснять. Нужно на пакетик. На кухне его помыть. Да, блядь, пакетик нужно, я не хочу заляпать это. Какой тебе пакетик дать? Да мусорный? Женя решил в этом всем не участвовать. Крепко спит. Блядь, здоровый сон. Покажи эту говняшку. Да фу. Фу. Вы что туда срете? Хуже. О! Там сетка специальная, уловительная, но она не очень выглядит. Покажи, покажи. Покажи. Да нет времени. Да, слушайте, а вот когда... Да, слилось. Крылышки летучей мыши. Ёпта мать. Вау, какая вкусняха просто. Ой, бля. Если Ростик сейчас не отравится от запаха и не уйдет за борт суицидом. Ну что ж, хочет на крючке подвести. Ничего интересного. Почини-то. Что такое интеллидженс? Мы пытаемся поймать рыбу. Вот оно. Сейчас оно попадет в воду и с нее отлетают лохмотья. Какой напряженный момент. Вы не боитесь? Обнаружилась еще одна проблема, с которой мы сейчас будем активно бороться. Так как лодка стояла долго на солнце, то шкоты пришли в достаточно печальное состояние. И вот со временем, с этим переходом, мы уже там прошли около 700 миль, уже чувствуют себя не очень. Ну, идемте, покажу. Короче, задача просто взять, поменять шкоты. То есть этот шкот все равно пойдет на выброс. Мы просто возьмем один, снимем, поменяем на второй. Ну и заодно... Второй, наверное, перекинем на ту перекинем сторону. Перекинем на ту сторону, но мы же его не используем. Мы все равно идем только одним галсом. Но, тем не менее, работоспособность... Под нагрузкой, да? Извини. Я хочу под нагрузкой, я не хочу скручивать. И заодно мы делаем кофе. Второй. Второй. Кто-то помылся и чистый. Фу, гадость какая. Отвратительное. Отвратительное чувство. Отойди, да, сильно чистый. Кыш-кыш. Где следующее? Мы сейчас берем шкот новый. Вокруг утки вот этой вот. Его проводим и одеваем поверх вот этого шкота, который у нас заведен с такси. Давай, просто его делай там 3 оборота. Давай, давай, мотай. Погоди. Мне его. Не надо заводить никуда. Стой, стой. Ага.
Ага, все, и держи. Теперь снимаем вот этот. Все. Теперь бери вот этот. Выдевай и заводи опять на утку. На другую, вон на ту, например. Да. Так, вот его новый провели, а старый вот у нас заведен на утку. Новый правильно заведен через блок. Ну и, соответственно... Вот и все. Вот и все. Давай, чтобы нагрузку. Здесь шкоты, кстати, не очень хорошие, поэтому мы их 4 делаем оборота. Так, все. Здесь заведено. Там. Старый, который у нас порванный, без нагрузки. На ту сторону. И Сережа его сейчас заведет просто на портсайд. И мы, получается, поменяем порт и старборд местами. Да. Отлично. Короче, когда идешь долго и ничего не происходит, в голову лезут самые ужасные мысли. И самая ужасная мысль на сегодняшний день у нас следующая. У нас есть скорость лодки. Вот если подольше посмотреть, то она выглядит вот так. Двоечка. Но это полное вранье. Мы идем далеко не два. Сережа? Он не знает. Он не понимает, что такое скорость. Но это нам не мешает полноценно ехать на лодке вперед. Не шагу назад. Короче, мы решили вытащить эхолот. Там, скорее всего, есть... О, показывай скорее. О, вот оно. Одуплился. Во! О, 8, 6, 4. То есть он показывает скорость любую. Скорость точная? Любая. Короче, надо сейчас достать будет эхолот. На эхолоте есть такое колесико, которое показывает скорость через воду. Мы его почистим. Возможно, нам лодку не зальет с ног до головы водой через дырку. И мы ее на ходу сможем закрыть, вероятно. А риски велики. Риски очень велики. Но нам, диванным экспертам, не привыкать. Ни шагу назад, ни грамму трусости. Вперед, а я посплю. Ищем эхолот. Он, скорее всего, здесь или в передней каюте. Где же он? Начнемся здесь. Неужели угадал? Возможно. Таки да. Сейчас я возьму фонарик. Таки да. Что у нас здесь интересного? Так, у нас есть два устройства и почему-то там вода. Ну, воду, наверное, мы потом откачаем. Но, Хавивер, вода есть. И вот есть какой-то непонятный секок. Ну, это смыв туалета, я уверен. Но, тем не менее, он в не очень хорошем состоянии, это мягко говоря. Теперь, да. И его главное не трогать. И не обосраться. Однозначно. Ой, извините меня, пожалуйста. Ну вот, вынимаем. Просто не утопи. Кого? Да нас. Так, такой задачи не было. Задача. Ой. О. Колечко от гни. То есть колечек, как друг за бани. Ты же знаешь, что сейчас оно будет. Я знаю, поэтому я опасаюсь. Я фуэго. Испытываю такую дрожь. И ненависть. В руках. Прям испытываю сильную дрожь в руках. Еще один момент. Вот здесь вот есть указатель, вот стрелочка, которая показывает, в какую направлению должен быть направлен эхолот. То есть он должен стоять вот сюда, по ходу лодки. А он стоит у нас вот как-то вот, в общем, ну все, давай. Сломать бы не хотелось, честно тебе скажу. Закис вообще нахрен? Да. Ну все, значит не трогаем. Ну просто боюсь, что мы сейчас сорвем, а он, кстати, похоже, еще замазан тут чем-то. Да нет, это резинка, скорее всего, просто закисла. Не, ну беленький. GPS. Что там?
Понял. Короче, проект мы зафейлили в связи с его сложностью и опасностью. Нас это, конечно, никогда не останавливало, но здесь как бы есть шанс его просто выломать, и тогда вообще будет... Придется купаться. Да купаться полбеды. Нырять на ходу, забивать чопик. У Амеля датчик топлива выглядит следующим образом. То есть мы идем в старборд, здесь есть вот такая вот штучка, прибор, нажимаем кнопку и смотрим. Он нам показывает сейчас чуть больше половины. Но как проверить уровень топлива и не врет ли нам датчик? Так вот, мы нашли аналоговый прибор для измерения. Штатный, причем штатный. Ну что, давай мочи. Ого, он такой длинный, да? Ну, вот ну как бак. Литров, да. На 600 литров. И вот, короче, здесь на вот этой вот штатной штуке есть цифры сейчас, Дианя. Да, вот они. Вот там, 450 литров, например. И горловина бака, ну суй, давай. Надо повторить, потому что не поймем. А давай, суй, нет времени объяснять. Стучит на дно. А ну, вынимай. Опа, мокренький, начиная примерно, даже точно. 400? 400 где-то 24, 420 литров, да, вот он. Ага. Вот прям, вот здесь сухо, а вот здесь мокро. И вот на этой точке 420 литров. Класс, так у нас полный бак. В принципе, почти по газометру оказалось, что не врет. Он тоже врет, показывает. Он показывает сейчас почти больше половины. Ну, две трети он показывает. Нет, больше половины. Две трети это больше половины. Две трети это больше половины. 420 литров. Нет. Что нет? 420 литров топлива у нас еще есть в наличии. Осталось нам идти где-то 400 там. 50 отсюда вывод. Миль. Мы сожгли максимум 180 литров. Больше просто сюда не влезет, 600. 180 литров за последние 5 суток. Но мы моторили каждый день по несколько часов. И плюс заряжались. Да. Мы не знаем расход генератора, он старый. И он может жрать сколько угодно, 6 киловатт. Он может и 5 литров жрать, и 6. И 10 может жрать. В час. А мы каждые сутки гоняем его минимум 3 часа. То есть два раза по полтора. Ну вот, считай, мы идем под мотором, ну, периодически идем под мотором, плюс параллельно заряжаемся, потому что у нас нету альтернатора на моторе. То есть с ним, ну, что-то случилось, его вообще физически нет, не присутствует. Поэтому мы вынуждены включать генератор и заряжаться вместе с двигателем, если мы идем под мотором. Не очень удобная на самом деле идея, но тем не менее. А щуп оказался там внутри? Изначально щуп оказался вот так. А ты его оставил здесь, да? Конечно, я же его протер, и это щуп отсюда. Инструкция говорит, что он должен быть где угодно, но почему-то нарисован там. Понятно, нормально, класс, отлично. Ростика что-то опять клюет. Ростислав, ты когда-нибудь поймаешь этого карася? Какого этого? Марлинов он мало. Бонито, бонито! Что сожрали? Не, нормальный, нормальный. Пойдет. Тихо, не ругайся. Это очень вкусный тунец. Давай. Ростик, давай, делай это, сделай это! Держи. Какой красивый! Подожди, красивый. Стой. Какой красивый! Фирменная фишечка. Покажи его, именно спинку. Спинку. Отлично, такой именно глубокий цвет, класс. Так. Увеличим в фотошопе.
из этого тунца получилось вот всего лишь вот столько мяска. И сейчас мы сделаем из него севиче. Время захода. Солнце. Очень красивый закат сегодня. Сейчас в меню ехать боком. Как-то так примерно и едет. Что-то забрасывает, Сереж. Что? А, с пару закидывает? Это не страшно. Смотри, как его закидывает. Какой? Гену? Каретку. Это каретку надо. Ну. А? Каретку подбейте. Сейчас подобьем. Нужно ослабить шкот. Да, 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 сейчас подобьем. Набить шкот. У нас сейчас немножко много ветра. Под двадцатку, вот уже 21. Ну, как бы ничего фатального нету, но тем не менее. Едем мы с креном. Давай я. Боком. Давай. Давай, трави. Аккуратно, тут что-то вообще что-то перекручено. Тихо, тише, 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 тише. Погоди, тут видишь, шкот перекручен. Тут вообще плохая ситуация. Фонарь дать мне. Стоп. Подуспокоилась. Если можно каретку еще вперед подать. Давай попробуем. Да успокоилась уже, 18-19. Идем прямо в сторону Гибралтара. И прошли мы уже 742 мили. У нас ветер был такой, который нас скинул вниз, туда ближе к Мадейре. И сейчас мы поднимаемся немножечко ближе на север. Хорош. Эп. I believe I can fly. Смотри, угол потихоньку меняется. Да, он там ползет. У нас вот сейчас мы идем хорошим курсом 90. Прямо туда, куда нам нужно. 7,1, 7,2. Да не, хорошо, это хороший ход, хороший курс. И... Ну а по некоторым данным мы идем все 12. Ну по этим данным можно идти и больше. Ого, так мы неплохо валим. Как там? Вот, как сыренько там на большой земле. Сыренько? Короче, сыренько, земли не видно. Ларек пивной закрыт. Да. Вискар дьюти фри не отпускают. После 10 или как там? После 10, как обычно. Ну еще же 8. Нет. Иди еще раз. И без вискаря не возвращайся. Это по UTC 8, все. Пришло время утреннего кофе, сейчас будем с креном делать это все на кухне. Привет. В горку. Прошли вот 809 миль. Танжер находится вот сюда, тут осталось вот совсем чуть-чуть, так что мы по дороге. А вот к вопросу того, что можно встретить интересного в океане, на рассвете.
Мы подъедем ближе, я покажу. Нам навстречу идет курильная платформа. Утренний кофе. Вот оно время. Так, а после этого пойдем заниматься дефектовкой лодки. Горлица. Что делает горлица посредине вообще океана, непонятно. Нам до ближайшего берега давай. Много еще. Скажи это. 450 миль. Все ждут. Давай свою версию, Сардина, давай свою версию. По моим прикидкам 300-320 потолок. Пора рисовать таблицу и делать ставку. 2 дня, 2 суток. Разница для горлицы существенная. Больше не приближается. Почему так мисочку с водой достал? Я думаю, оно улетит. А семечек? Может, слушай, перестань травмировать птицу, дай ей отдохнуть. Знаешь, если это срань такая напала. А где птица? Вон она, на лейрина отстегиваем. А, все. Серенькая такая, да? Это горлица, причем это же даже не голубь-голубь. Которые там делают кур-кур-кур. А, вот эти. Да, курлыкают. Да. У нас таких много. Надоедает быстро. Аллегория, аллегория. Аллегория, sailing boat, freedom, Scotland, do you read me? Over. Вот это вот проходит. We have intersected CPA 0.3. Over. Ну типа 0,4 мили у нас CPI нормально сейчас стало. Я думаю, он по 0,7. Он просто отворачивает. Ага, я вижу, вижу. Это к вопросу о том, что нужно делать, когда встречаются два судна в середине in the middle of nowhere. Если мы идем под парусами, большие должны уступать место, потому что это according to the marine rules. 906 футов. Почему-то оно все в футах, ну ладно, не важно. 906 футов? Да. Почти 400 метров. Да, да, это очень большой. И speed over ground 15,6. 906 футов. 20 узлов, да? 15,6. А, 16 узлов. Ну, все равно. Ну, он отвернул нормально, у нас теперь уже миля CPA. Такой грациозный. Все, я придумал решение. Пустишь меня туда? Нет. Тебе придется. В качку, да, такие именно, как они сделали рокировку. Я придумал решение, я зайду туда, закроюсь и больше выходить не буду. На этом месте.
оборвался шкот с такселя. Нет, Генуи. Там ситуация достаточно стандартная, ничего страшного, просто шкот был уставший, он просто лопнул. Сейчас мы перевяжем на другой, развернем его местами, там хвостик с носиком, и будет все нормально, поэтому ничего страшного, это легко делается. Один квадратный метр, и тебя все уже понесло. Угу. Болтаться шкота, его не убрать. Ничего. Ну вот, problem solved. До третьего? Да. Как вы видели, ночью у нас скучно не было. То есть весь обычно экстрим происходит именно в ночное время. А давайте я сейчас вам расскажу немножечко о том, куда мы уже подошли. Сейчас мы практически покрыли уже 1000 миль, там за маленьким хвостиком. И погода у нас значительно упростилась. Практически совсем нету волн, и мы идем там 6,5, потому что нам поддувает, но я думаю, что такая халява закончится совсем скоро. Итак, вот мы находимся, вот вы видите, эту часть мы прошли в такой погоде. Здесь сбоку было очень большие волны, всю ночь очень сильно колбасило, жестенько было, хотя по прогнозу погоды здесь все желтая, ничего особенного, но тем не менее вот мы уже сейчас заходим за, вот видите, Лиссабон, и сразу после Лиссабона ветер прекращается. То есть он здесь вот у нас пока еще есть, ну еще, наверное, где-то там миль 20-30, и он закончится. До Танжера нам осталось 180 миль. Я думаю, что еще там до обеда, может максимум до вечера, мы включим мотор и пойдем уже мотор. То, как это выглядит на чарт-плоттере, видно, сколько кораблей вокруг по АИСу. Но мы подойдем, когда ближе к Танжеру, там, конечно, будет трафик пожестче, а пока это такой light-light. Мы по АИСу посмотрели, рядом с нами идет большой весель. Уже ветер подходит к концу. Я думаю, вот еще чуть-чуть, мы уже такие на тухляках доходим, и дальше мотор и в Танжер. У нас задача сейчас вот вытащить вот эту бизань и просто ее снять. Смотри наверх, выезжает Сережа. А там нормально выезжает, отлично. Я не очень. Внимание.
упирал. Ну, наверху там. Подвязано. Он на этом, видимо, на дрожжи такая штука положена. Что, веревки Дайнема? Дайнема, да. Должны быть в оригинале, вон, вообще не говоришься. Перегнем. Давай. Итак, у нас очередной день и очередное развлечение. Сережа традиционно для этого времени суток пытается починить билч-памп. Мы чиним билч-памп 3-4 раза в день. Больше. Мы больше? Не билч-памп, раз в 6. Ватер-памп. Ну, ватер-памп. Ну, большая разница. Оно рядышком находится и пахнет одинаково. Давай, копайся в говне там. Это омель, детка. Сделай один раз и качественно. Ватер-пум-пум. Ватер-пум-пум. Ну что, закрываем его там? Ну, против. Пока не сделаешь, не открою. Знаешь, тут не демократия. Тут не демократия, авторитарная форма правления. Что-что? Гордая интерактивность. Молчаливая. Ты лучше сделать так. Через зубы с ну, да. Да. Оно. Ой. Плохо. Нужно не так делать. Смотри, я как раз в один раз. Должен на картонах, так, чтобы пятки не отрывались от земли. Пятки поднял, друзей потерял. Вот, ну так чиним лучше. Бабу! На краба! На краба! Сел на краба! Че, все? Это щетки. Без вариантов, вообще без вариантов. Давай поменяем. Не провода? Так снимите можем, с другой помпы щетки. Можем попробовать. Ну сейчас я тут достану. Попробуем. Это точно. Прям вообще без вариантов. Да провода уже поменяли. Гоп-кэп. Он Лола. Уже ходит туда как на работу, прямо такой как моторист. Знаешь, смена скоро... начинается, он лезет туда в нору и вылазит, когда приходит вечер. Пять раз в день. Пора уже и вас туда загнать. Нет, мы не можем. Вы не можете, но придется. Но это говорят слишком где-то. Сильно. Это омель. Это омель, тут все могут. Значит так, сейчас ставишь щетки на моторе, идешь вниз, проверяешь помпу. Понятно? Да. Мне кажется, или у тебя пятка отрывается от земли? Это нервы, когда Дина. Пятки отрываются. Значит, так, такой тик. После того, как он все это сказал, надо делать так. И рви тельняху. Должна быть порвата. Понимаешь? Не пошел. На картонах очень неудобно вкачку. Вкачку, вот, вот да. Так, как птица, надо балансировать. На кэп. Оттягивать вот. Ногу. Губ-кэп, лоу-лэп. Тяни ногу, проверяй, кэп, проверяй, да? Потом Ростик готовит еду. Ростик, еду готов. Так, у нас ночью здесь еще из жилета выпала автоматическая система надувания. Произошел маленький инцидент. Короче, люди говорят, что если брызги попадают на жилет, он сразу надувается. Так вот, пиздят. Мы для этого специально взяли вот эту систему с гидрореле, и мы скинем ее за борт и посмотрим, как быстро она сделает. Нет времени объяснять. Вперед. Из-за тента вышел. Подожди, стой, дай я его приближу. Ну, я в принципе готов. А нет, тут я думаю, он под водой даже. Короче, он не надувается вообще. Нет, он не надувается. Его нужно... Шайзе, как круто это было.
для того, чтобы сработал жилет, он должен уйти на дно минимум там, минимум на полметра, а то и на метр. Только тогда срабатывает гидрореле. До этого никакие брызги, никакие... Волны. Волны, окрапывание святой водой с криками «Жилет, включись!» не работает. Либо дергаем за веревку и принудительно активируем, либо ныряем глубоко и срабатываем жилетом. Короче, вот это вот гидрореле, которое мы только что бахнули, оно 99-го года. И вот здесь, на гидрореле, где ты видишь, здесь дурень. Короче, его нужно использовать до 2010 года. Сейчас 2019. То есть это просроченное гидрореле, которому 10 лет. И тем не менее, по истечении 10-летнего срока, оно до сих пор работает. Поэтому, если жилеты немножечко экспарились, я думаю, ничего страшного. Но если вы хотите быть уверенными, что они надуются, соблюдайте графики, указанные на баллончиках. А вот это солнце, которое над нами, то есть это не то, чтобы тучи, а вокруг вот идет такой туман. То есть он не сильно плотный, но немножко есть. Ну и тем не менее, солнышко, вот оно. Похоже, ты починил помпу. Мы еще не знаем. Сейчас пока только нет. Собрали. И подключим. Либо у нас будет две помпы, либо ни одной. Из увлекательного. Только что Raymarine пропищал. Пи-пи-пи, autopilot disengaged. Просто тупо выключено. Ну, рулим пока руками, это не проблема, но тем не менее автопилота у нас пока нет, поэтому есть шанс, что мы будем его сейчас пытаться восстановить. Фишечка в том, что мы решили сейчас перегрузить полностью систему, включая все автопилот. Но нет, автопилот работает, смотрите. Оп, оп, смотрите. Руль влево. Не гидроусилитель не работает, да? Еще один вентилятор, который будет дуть. Для вентиля в паруса. Что из-за этого вентилятора и произошло? Так, ну что, Сережа? Попробуем заново. Давай, врубай их. Шерехов. Есть? Есть. Так, проверочка. Да, прибор заработал. Теперь у нас Charger Battery Monitor считает, что мы заряжены почему-то на все 100%. Радио. Потому что мы сейчас запустим, он тут же покажет. Нагрузки нет никакой. Да, радио потушись. Радио. А я его и выключил. Это лодка, все, перестала управляться. Так потому что она не едет никуда. Так, сану. А? Слышь, писк? Да. Это наш автопилот. Ну он вообще ж там ничего не показывает. Жопа. Короче, оказалось все банально просто. Где-то какой-то гребаный контакт Росинтик обнаружил. Но нам для этого пришлось снять автопилот. Давай. Расколупать весь юнит. Расколупать весь юнит, найти проблему и попытаться любым мистическим способом исправить эту... плохую ситуацию. Блять, шайза, как его натянуть? Тамара! Вы можете? Все пристроено. Очень удобно. Цепь собирать под натяжение. Вообще устроено очень удобно. Не, ну доступ к цепи хорош. Просто... Вы что туда срете? Боевой раскрасный. И в мотор залез. Женя, крути руль влево, только плавно. Да, 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 еще, 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 еще. Отлично. Стоп. Назад чуть-чуть. Стоп. Так же зайдет? Давай еще чуть-чуть. Давай, 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 давай. Еще. Давай. Еще. Еще. Отлично. Давай еще, еще. Еще. Есть. Еще. О, поздравляю. Ха.
Я одел цепь автопилота. Сонечка, что ты нас, чем ты нас балуешь? Своим любимым блюдом. О! Жареная картошка с сыром, салат и котлетки. О, класс, спасибо. Что за гадость вот это вот нам шлет? Рика Контрол. Гады. Мном? Что это у нас будет за вино такое? Бог его знает. Не знаю, сейчас попробуем. Бутылка интересно выглядит. Ух ты, как интересно называется. God knows. Бог знает. Мы уже подходим от Танжер. До Танжера нам осталось, ну, совсем ничего, 50 миль. Единственное, что мы вынуждены идти, это немножечко южнее, потому что очень сильное встречное течение из Гибралтара, и мы опустимся снизу вниз для того, чтобы уйти вот из этой вот прямой зоны, и потом чуть-чуть поднимемся кверх, то есть сделаем такую небольшую петлю. Прошли мы уже, вот вы видите, сколько, ну и наша скорость около пятерки. А теперь идемте на улицу, я вам покажу, какой же погодой встречает нас пролив Гибралтар. Доброе утро. Доброе утро. Вахтовик-затейник. О, ес. Это все туман. Наверное, на камере это не очень понятно, потому что, ну, нету глубины. Но туман, и вот если посмотреть, вот вся лодка в капельку. Это не дождь, это просто точка росы очень серьезная. Ну что, Кипара, просрал ты мне баночку пива? И сказал учитель, не спорьте со мной, ибо пиво ваше будет просрано. Просрано. Потому что мы поспорили. Я говорил, что туман в Гибралтаре будет. А я говорил, что в этот раз его не будет. Поэтому в этот раз я пью пиво, а он нет. И убегает. Короче, у нас сейчас идет расхождение с рыболовецкой лодкой. По носу было. Да, прямо вот сейчас разрулили. Вот он идет. Гаденыш. Похож на вчерашнего. Да, похож. Марокканский. Баркас. Баркас. Эй, на баркасе. А, кстати, посмотри, у него за корму что-то свисает. Похоже. Свисает. Он тащит за собой. Поляне. Да. Но у него там, ну, не сильно далеко, я уверен. Оно же прямо вниз идет, он же там старается по дну тащить. Ага. 35 градусов. Понял. 20, чтобы разойтись, и еще 15, чтобы не зацепить. Ну, просто параллельно пройдем и повернем на курс. Нормально. Пумы Рока? Да. И желтенький. А желтый возьмем старый, да? Какой хочешь. Я не уверен, что это желтый, а, старый. Это не желтый. Желто-блакитный. О. Марокканский? Не, это Панама. Карантин? Карантин. Воняет какой-то горелой пластмассой. Отключить? Помпу отключил. Реально воняет горелым чем-то плавленым. Есть подозрение, что это таки помпа. Давай свой вердикт, что там такое? А там у нас перегретый движок от жары. Ну не перегретый по температуре, а просто контур охлаждения. Дико горячий. А помпа около него обмотана вся изолентой со всех проводов. И это просто поплавилась изолента.
А движок не проблема горячий? Нет. Это не штатная такая температура. Это абсолютно штатная. А, понятно. Ну, воняло, воняло знатно. Ну и нормально. Вообще все непонятно. У нас сейчас скорость очень низкая, но мы идем больше 6, почти 7 узлов. То есть я думаю, узла 4 здесь сейчас заливает в Гибралтар. И хорошо, если мы успеем зайти в Танжер до того, как будет смена приливов отливов, и нас начнет туда выплевывать, потому что мы будем идти со скоростью 2. Крайне нежелательно. Вот это спереди Танжер. Ликую, и вся готова. Готова сойти на берег. Срочно. Нет времени объяснять. Прикольная новость. Ну ничего, доходим уже, я думаю, просто дойдем. Слишком долго молотили. Да по барабану, я хожу, блин, хоть неделю. Это вообще не то, даже болею. Ну, тоже современный? Нет. We are fine, thank you. Не, под рульку останови. Я знаю, в чем проблема. Там чеку не сняли. Я снял. Снял чеку? Да. Ну, значит, будем смотреть уже потом. Ну все, встал, что поздравляю. Фендеры хорошо. Вот берем документочки, паспорточки и валим вот в это здание для оформления.